прибыли по Ямарчи. По пиву, по бургерам. Потом сразу бежим на ВРК играем. Потом они стопудово вернутся посмотреть, как мы играем с спортом. И здесь же там все. Выветут всю капусту. Качешков, Даня и Жека вот так вот. Три пакета полных пивков. Ну да. А вот сюда. Синтетиксин. Кода, привет! Какие прогнозы? О! Если я буду стоять, может, мой прогноз оправдается. А что ты делаешь? Я со снегом был в Артаре, я начал, ну, до Гриспота я попал, снег был жестокий. Только разогрелся, я замерз. Не хотелось смерзнуть. Да, я только разогрелся, давай, через там мерз, но второй нагрелся, что-то меняю. После этих погодных условий, холодно было стоять, да? Не атаковали. Не, ну что-то было. А врач есть? Гори, гори. Да. А, можно, пожалуйста? Можно. Давай, еще давай. Обучал? Другой можно! Один не двое, не двое! Один не двое! Они кто? Ты из шашлычница? Или мангал? Нет, мангал. Нет, на своей встречают. Валера, где ты их будешь делать? Спасибо, спасибо. Заборчик со стороны. Там особого движения нет. Я посмотрю, ну, как ты считаешь, как мы собрали? Или ты знаешь? Что... Да, могу говорить. Слышишь, лекцию Дэна раскачивал на тему, а во Львове шли соединить? Да, я даже хотел скинуть ее на... Щерка! Мы... Откройся, я говорю! Заметим тему, как закончится эта лига. Две команды, ну, допустим, четыре... Валера! Аня, чей! Собрать две команды. Оплата, еда, проживание. Там какие-то пирончики такие играют, ну, типа вес, ну, такие уже. А я тут там. Под 40, за 40. Нужно, нужно ехать на шар, вот просто приехать. Аня, хочу мне, пожалуйста. Убирай! Я! В одну калитку, блядь, вообще, там, на ноль все. Потом сказать, ну, спасибо, пацаны. Ну, уже файный хлопцы, файный хлопцы. Не, ну что, крутая идея. И обязательно сейчас скажут, ну вообще команда там из лучшего. Это джуниор лига. Джуниор лига. Приезжайте к нам, приезжайте к нам. А можно наоборот потом разбирать, тоже классно. Это может быть традиционно. Скиды за хит разум. Можно даже замутить. Орёк, бел. Соши. Надо брать с собой доктора и фото. Я еще, так, короче... Нет, каждый будет за свои поедет. Да, ну я тоже готов за свои поехать. Я еще, короче... Знаю, там это место. Слышите, ребят? Разговаривал со своим кентом, он на работах на Peugeot. И он закидывал удочку, говорит, а можно найти... Вводим зеленый аут, ребята, машину, я сказал, зеленый аут. Мячи, там что-то такое. Понял, ну, представь, да, там
Пыжика 208-го, да? Вот уже скоро будет уровень, ты понимаешь? Спонсоры Peugeot, там. Я вот что, я серьёзно? Круто. Игорь, ты стараешься, потому что 300, знаешь? Нет. Поездка во Львов. На колени. На колени. На колени ты ульспорт, а ты думаешь? И вот не помню, что такое. Вот у Дэна новый видел вот этот. Боковые. Да. Нормально, будем работать. Я скажу, защитничка, расступаем. За лучшую сейф. А за лучшую лошадь? Не знаю. Кстати, Z-Ford 2 тоже чувак двойной сейф сделал. Тоже можно на третий тоже включить. Ну, глянуть. Раз от двух полов, второй раз ногами. Ну, я постараюсь завтра. Может, если последний ушел вперед, на его место кто-то садит. 2.30 или в понедельник уже выложу все разом. Софика, я тебе завтра сразу скину. Ничего не происходит. Пока. Ну как, сертификат уже достал, уже заказ. Сафик, слышишь? Сафик. А у тебя если заказывать, то ну, сколько нужно времени? Могу снимать, есть Даня. Там смотрим. На! Есть, Даня! Вот, вот! Не проходи! Не знаю. Узнаем. Ниже, ниже, ниже! Нет, ну сейчас узнаем. На линии, в лучшем случае. Вот! Стафик стартак. Кочи ногу! Ганя, что? Стартак. Кто подает? Не слышали Тинькофф, как это про стартаперов отзывался? Давай! Сам решай! Сидят тут в каворке, вот это у нас смузи попиваю, стартаперы. Я когда в 90-е годы работал, у меня прибыль была, я зарабатывал. А инвестора еще делал стартап. Какого хера? Что мое ревенью? Какое роя будет? Он мне ничего ответить не может. Сидит, говорит, я придумал здесь. Говорит, ты наглый, говорит, такие. Так ты знаешь, таким не рассказывал. Мне, говорит, есть. Можно играть. Давай! Задание кто? Все кинули самолет. Тело там, вокруг ворот крутится. Давай. Кто остается? Один. Один остается. Не, он же... Я последний. Серега, разминайся. Игорь, открывайся. Мой, открывай. Право, право. За линию. Все, я на хвост
Нет, ну, просто некоторые магазины там повышают, они просто... Ну, некоторые... Нет, там минус 1%. Не то, что вообще 1%, а минус 1% от обычных. В некоторых магазинах... Дима, приехать не подарок? Нет, вообще, там если у тебя карточка пол, 5% букса, допустим. Ну, удаляй, ребят, Сохраняю! Позиция! Давай, Дима! Набирай, набирай! Могава! Назад, еще! Хорошо, убирай!
Куда? Объясни. Что ты делаешь? Тебе! Нет, твой, Игорь! Хорошо. Лобой удар. Еще дальше. Убегающих два. Два. Ребят, не Убегает, Оли! Хорошо, Оли!
Магазин це! Сезон! Та я не понял, он терял мяч, он должен пострахувати. Я не терял. Можно справа. Я справа. Дай его! Дай его! Дай его! Потом, минута, ребят. Со своими, дальше.
Ты обыграл, уже остановись чуть-чуть под паузу, сделай все. Нет, стой. Или поворотом ударить. Последний! Некому, некому! Пошел, Толик, забирай быстрее! Жду! Аут подошли! Аут! Аут! 30 секунд осталось! Вот так! Давай, давай, давай! А то не ударь! Ой, пошли! Я устал. Красавец. Решил за всю команду, по-моему. Просто.